Электромобиль Tesla обогнал спорткар Lamborghini. Model X весит 2,5 тонны, а Lamborghini Aventador SV – 1,9 тонны. В заезде на 400 м электрокар Tesla Model X обошел гоночный автомобиль Lamborghini Aventador SV и установил мировой рекорд для серийных кроссоверов. Как сообщает популярная механика, кроссовер компании Tesla в передовой модификации P100D обогнал Lamborghini на 0,05 секунды. При этом Model X весит 2,5 тонны, а Lamborghini Aventador SV 1,9 тонны. Мощность электродвигателя Model X составляет 580 лошадиных сил, а двигатель Lamborghini 750 лошадей. Кроме того, кроссовер от Tesla значительно дешевле – 165 тысяч против 530 тысяч за Lamborghini Aventador SV. Таким образом, Tesla Model X P100D официально стал самым быстрым серийным кроссовером планеты. Lamborghini Aventador SV также проехал на перегонки с Tesla Model S в ее топовой модификации. В этом заезде победил Lamborghini с преимуществом в 0,15 секунды. Ранее сообщалось, что Tesla собрала 1,8 миллиардов долларов на производство Model 3. По материалам сайта newsgra.com.